Друид, слушай, у меня к тебе есть вопрос серьезный. Второй босс, если нужно будет, ты сможешь его подержать в районе 7 секунд? Зачем это нужно, напрягать сову? Пусть дамажит стоит. Мы что, у тебя паладинов мало? Ваш таунт держится 3 секунды, и потом он спадет. Не, ну, теоретически, если вы отбежите на середину платформы, отдернете туда, и потом босс вернется, это будет окей. Третий босс, наверное, тогда там второй. Этот инквизитор. А, инквизитор. Так, запускаю ключ. Интересно, что скажет источник о тебе, Дреланир. Мои руки чисты, Тиратон. Ты же и твои приспешники ответите за все свои преступления. Топков не будем? Нет. После мини-босса. Так, пойдем через левый край. Сейчас вот этих возьму. Отдали все, чтобы спасти мир. Бери слева. Еще... Да, и те, которые слева. Пока мы бились за ладно, эти мобы там на 5 секунд. Скипнем этих или будем бить? Да, просто еще забираемся туда. Нафиг мы защищаем жизнь. Это всегда риск. И часто... Что... Блять. Сагрим. Ну да. Вот это не херовый пак на самом деле. Беги. О, там еще бегут. Еще бегут? Еще бегут. Бегите ко мне, сейчас так и сбросится, я все сагру. Все хорошо, ребят, но на следующий пак у меня ничего нет, кроме арта. Не, нервит мне не нужен. Какая была шутка, да? За полтишок. Самое смешное, у меня тоже ничего на этот пак нету. А у меня все есть. У меня нет ничего. Давайте кто-нибудь на крутилку даст стан молотком. Или не надо. Я
пожертвовал телом и душой. Мой народ отверг меня. И все ради вечных страданий от рук моих сестер. А, первый стан, да. Отдал. Я служу своему народу, своей богине. Я не требую за это славы или богатства. А ты можешь похвастаться тем же, порабощенный скверный предатель? И я служу своему народу, изгнанным и отверженным. Я уничтожу всех стражей. Арбел, даю или ты сам? Исполню мечту моего наставника. Так, сейчас лидера скину. Держи. Как приятно вернуться в бой! Мои клинки жаждут крови. Я смету вас! Потом я, соответственно, закрою, поеду к Демарфозу сделаю. Убью вас голыми руками. На аддов. Хорошо было бы на пол. Хорошо. Я их не сяну будет навести слово придадут мне сил. А сейчас его нет. И мне нужен захил конкретно. Ненависть наполняет меня. Томат закидал. Я понимаю. Ну давай, да, по случаю. Мои клинки жаждут крови. Я смету вас. Мне нужно больше силы. Мои клинки жаждут крови. Я смету вас. Мне не хватило. Что-то очень жестко, прям очень как-то вообще неожиданно. Вы спасли мою жизнь. Давайте соберем все эту хень, но к бабе не пойдем, потому что стаки не спадут. Готовьтесь встретить еще более жутких монстров. Как удобно. Есть там что-нибудь? Да. О, не, как бы они не сильно бьют. Блин, не сильно, но лучше ты не сдохни. Да нет, не думай, как бы. Человек с опытом, я вижу, если как бы надо что-то, я скажу. Отпулим тех? Да, давай.
Вот как раз вот на такое дерьмо. Было бы хорошо еще. Поближе встаньте, я не сдеру, если вот такой себе поставить. Там, по-моему, крайне дебильная комната будет, да? С первой слева. Смотри, вот первая, короче, так стою, а вот после тела второй кадр можно будет это затаунтить. Я скажу, когда. Если там сможешь, то скажи. Должны быть вот эти, которые слева сейчас будут. Первые дети. Ваши души теперь мои. Ваши души теперь мои. Посмотрим, что за дверью номер. Дартир, дашь стрелу под эту хрень? Да-да, на проходе там, да-да. Ваши души теперь мои. Теперь мои. Ваши души теперь мои. Так, ну в общем, надо затанцить. А, уже не надо. Он на себе, да? А ты прожался его или ты не отдал? Ваши души теперь мои. Да, не мог. Ваши души теперь мои. Так, теперь мои. Еще раз забрать. Но... Да не надо, наверное. Умрет. Да, босс позвонит. 20 секунд. Ваши души теперь мои. Теперь мои. Какая досада. 60 секунд, что-то как-то, бля, как стянулись, что пипец. Так, у меня есть просьба не отдавать станы просто так. На виду массовые. Потому что мне нужно будет свалить и... А женщина тебя все равно догонит. Нет. А тех не будет? Mm-hmm.
Было бы неплохо. Но у него как бы 4 руки. Вообще на изи. Так сразу 4 блюда. Почему 2 собачки тут остались? Потому что я их не забирал. Логично. Они ждут свою хозяйку. Хатик. Так. Ненавижу. Вообще ненавижу, да. Обожаю гостей. Сколько мы убили инквизитора? Я не смотрел. Смотрите под ноги. Смотрите под ноги. Я этого не предвидел. Я этого не предвидел. Да, блядь. Я этого... Жаль, я не видел... Нахер бог стоишь, он... Аутисты! Это все по один хил затащил, он фасадочку. Самое смешное, оказывается, с этой платформы можно упасть из-за... Самое смешное, что я так задолбался тебя искать. Я бегаю, бегаю, как придурок, а ты все время в лосе. Я думаю, блин, ну тут места столько нету, чтобы тебя потерять. Ну, у меня там был вариант либо поймать две эти сферы, либо попытаться прыгнуть назад. Я выбрал вариант прыгнуть назад. А она там не разбивается, она почему-то поставила чуть в воздухе и назад протонула. Тебя поднимает наверх. Раньше анимация была. А теперь я понажимаю, вы домажете. Там, типа, как... Лёш, да бабла нет, поэтому ты будешь эти штуки. А аутист. Как и ты? Я? Где твой бабл? Я вас спасала. Ничего страшного, что... Ну что я тебе, блин, сакру отдала? Ты не сдох. Я бабу поражал как раз. Пол, ты поражал гораздо раньше. Что-то вы рановато запустили. Что рановато запустили? Ну, а эту штуку замораживающую. Как появилась, так и запусти. Надо, хотел что? Ну, я хотел под эту, под линию огня. Только впереди, когда ты начинает выходить. Сначала кольцо спамим, потом разлом, это там называется вот, разлом. Да, разлом. А кто-нибудь...
кости. Бьют. Обратятся в золу. Огонь. Ты чё, ты ж? Еще. Ваши кости. Этот пройдет. Обратятся в золу. Заморозка. Огонь оживает. Так холодно. Обратятся в золу. Мы разожжем огонь. Ваши кумы. Вроде все хорошо. Наш мужика завалил. Вот этого? Угу. Не. Этого придется бить, да? Угу. Ну, я думаю, у нас не должно быть с ним проблем. А у меня 2 секунды еще до отрыва было. Отрыв работает? Конечно. Что лучше, танк Вастер? Да-да. На самом деле хз на 6%, вроде должно. Да, вроде нормально. Отдал 100. Да ему 102, да надо... Не, нам не хватит, по-моему. Верно? 6, 7,5, да, у нас перебор на 2,5%. Перебор? Перебор на 2,5%. Окей. Осторожно, откидывайся. Переживай, ты вар. Кем это нахер здесь? Пушки с интеллектом. Нельзя, что пушка вам будет. У меня есть свой владельца.
Чего ты так варов не любишь? Почему? Как раз наоборот, очень любя. Нежно и обережно, да? Бобец дают 1.59. Да, у нас уже 100. Уже перебор, да. Видишь, воины света тоже не очень в математике. Потому что воины. Конечно, что вы придете. Волосики назад и все такое. Я уже получила то, зачем пришла. Красота. Но осталось, чтобы покончить с вами раз и навсегда. Ты думаешь, только друиды быстрее, что ли? И вы угодили в мою ловушку. Посмотрим, на что вы способны. Будь по-вашему. Я убью вас. Поздно сказал. Сказал прям в тот момент, когда я прожил Черч. От Глеф и Стража не защитит никакой доспех. Ночных эльфов с детства приучают к темноте. Вам меня не остановить! Я слишком много сражалась и страдала! Победа будет за мной! Да укроет меня ночь. Да укроет меня ночь. Блять. Окей. Чуть не улетел. Скинул, ловить. Сделал меня сильнее. Сейчас я вам покажу. Торопишься. Назад идем. Не спешите проходить сейчас. Вот сюда. Не туда кинул. Так я дамся там первым. Хотелось бы хилла. Ваша гибель неизбежна! Где сакры? Да укроет меня ночь. Вы победили? Как? Вы ничто! Ладья 18. Ладья это что? Ладья? Ладья это ладья. Это КЧЛ. Ну КЧЛ. Мы же теперь знаем, что власти делать, парни. Мы перед вами в долгу. Я сейчас с закрытыми глазами.